которые снимают под водой, в песке, где-то в земле, во всех местах. Момент неоднозначный, но поверим на слово арбитрам. И Руслан Пелецкий бьет от своих ворот. И хорошо бьет. Пришлось бросаться за мячом под перекладину Августову. Красивый прыжок в исполнении Михаила. И перевел он мяч через перекладину. Угловой, тем не менее, Дельта зарабатывает. Бакинья готовится его разыгрывать. Подача на дальнюю штангу. Впадение.